Это наш самодельный такой этот самый наметик. Он хлипенький, еще не доработанный, конечно. Ну вот прототип. Собственноручно сконструированный, собранный из швабр и каких-то других вещей. Так, это наша Катька. Там плескаются остальные члены семейства. Рыбкой попахивает слегка, но это здесь рыбаки здесь ловят. Это наш такой заливчик рядом с нами 5 минут. В общем, здорово здесь. Только камушки. Дальше пляж идет без камушков. Чистенький-чистенький. Вот там какая-то девочка что-то у нас там делает. Непонятно что, но там что-то ковыряется. Так, вот Катька что-то нашла, непонятно что, но вроде это представляет какую-то ценность. Ракушка. Ценность представляет, да, вот. Вот такая прелесть. Непонятно, которая прелесть, которая сидит там внутри или которая как этот самый. В общем, у меня их полно, этих прелестей. Вот, вот одна. Бачите. О, вот, смотрите. Полный рост с пивом. Пиво отдавай, тебе нельзя. Пенечка. Ну да, взяла еще и сболтала. Я не болтала. Я не болтала, я болтаю. Вот я такие тоже. Пальмы здесь, ну вообще. Я только болтаю. Вот такие вот. Такие у нас здесь окружения. Так так темно есть. Положи, это сейчас холодно. Чего он сейчас? Який крабик! Вот краб. Крабус плажовус. О боже, что из него вылазит. С него вода выходит. Он стремится изо всех сил. Это какой-то морской рак. Он вообще страшный. И сейчас пересекает черту. Он победитель. Он победитель. И мы его выпускаем. И мы его выпускаем в море, потому что он действительно победил всех. И берем так, и кидаем его как можно дальше в море. Все, он победил. Он выиграл линию мета. Да, а мы победителей не судим. Да, только знаешь, забава. А потом вымоешь.